поставила рассаду, стол пододвинула ближе к окну, поставила, потому что тянется к свету. Стоит. Нет, Рошан зовет меня. Что-то такое кролятник, наверное. Мы приехали за сеном. Увидел что-то. Ага. Что-то говорит, деревянное. Ох уж все интересно. Ну и правильно, надо всего понемногу узнавать. Везде залезет. Сейчас узнаю, что это. У нас там сено в багажнике. Идем сюда, расскажешь, что это. Ты хоть расскажи, что это такое. Кролятник. Кролятник такой? Двухэтажный, да. Я тебе просто хотел показать дно какое, как дно сделано. Ну ты расскажи, я не хочу вставать. Там деревянные речки. Ага. Когда я сказала Гадвага, я вот эти деревянные речки, ты мне сказала, первый раз такое вижу. И чё? Ну иди посмотри. И ничего, они не гниют? Я тебе говорю, я все 100 раз видел такие-то реки. А это вот, который то, что мы весь с тобой видели, частные владения. А, это что? Дом прям у реки. Ну, собачка. Совсем у реки, вообще. Что, может, проедем, покажем, как он делает? Да нет, нет. Это незаконно, мы такого лучше показывать не будем. Смотри, какой орёх сидит. Покупали мы сено в Старолешковской станице. Это 20 километров от нас. Куда мы 30. Заехали? 30 даже? 30. А что ты мне сказал? 20? 20 километров от Павловской. От Павловской. Большая станица. О, какие, смотрите, теплицы. Люди построили. Пленка, кстати, смотри. Угу. Кстати, нам тоже можно в этом году пленкой обтянуть тепличку, да и все, и не париться. А то слишком дорого сейчас поликарбонатом. Хочется просто хорошим поликарбонатом, а не вот это вот дешевый брать. Ну да, который у нас бывает, град проходит, а это опасно очень. На дешевый даже не хочется заморачиваться с ним. Так, сейчас. А на дорогой надо денежку немного подкопить. Хочешь мне какой-то показать? Да я заблудился, я не помню, где поворачивать. А, вот здесь сейчас налево. Вот смотри, тоже из пленки. А, да, тоже там тепличка, проехали. Так. Да, чисто? У многих здесь, да, чисто. У многих людей здесь есть пленки. У каждого. Также корпус железный. Ну, да. И пленкой обтянули, и все. Ой, здесь солнце светит. Вырубили свет. Мы этого не ждали, мы этого не хотели. Да. А у нас от света и отопления зависит. Вот, от цыплят тоже. Как бы света нету. Чтобы температура хотя бы здесь не падала, потому что отопление не работает. Нас будет спасать наш камин. Сейчас мы его затопим. Ну там еще цыпленок вылупился. Ну ты че, ну там сейчас тепло. Главное, до не открывать. До 27 градусов упала температура. Ну ты че. Да. Главное не открывать его и все, и пусть он там пока за температурой следить. Может в баню затопить и в баню его пока. В бане-то будет тепло. Или все равно пока он нагреется. Нет. Да. Мы пока спасаемся такими методами. Банка с горячей водой. И у малышей точно так же. Мы накрыли. И камин растопили. И мужчины идут
с аккумулятором спасать цыплят. Вот они идут. Аккумулятор несут. Сейчас я их обрадую. О-о. Сейчас я вас обрадую. А то... уже светит. Ну, я сам обнесу потихоньку. Надо, я его сейчас понесу, наверное, поставлю, зарядю. Свет дали, наконец-то. Пока мы сходили. Ах, переживали. Знаете, 28 уже, да? Фух, хорошо, пока что... мы пронесли. А мы... Сначала все складываешь, потом все достаешь. Мы сейчас будем ужинать. Что это сегодня... значит? Да я смотрю, что у меня там на голове. Это после волосы. Шапки. Вот понятно, после шапки такой бардак на голове. Так. У нас сегодня самая любимая наша еда. Это опять картошка пюре. Опять? Это вообще пипец, мы картошку едим. Люди... мешками, можно сказать. Мешками, да. Такая желтая, да? Ну да. Ну это, кстати, вот эта картошка из Магнита. Вот такая. Тоже попадается такая неплохая картошка в Магните. Ну да. Вот я говорю, писали бы там еще сорт картошки. Это там пишут картофель отечественный и все. Мы сейчас поедим, наедимся и друзьям поедем. Время у нас еще? 10, да? 10 час. Ну, мы всегда, прежде чем ехать к друзьям, мы сначала кушаем. Не, ну мы не едем же, едем там по делам, по работе. И еще подливка из свиных ребрышек. Угу. Пилотик остывает, я его тоже приготовила. Свеженькая. Вот он не может никак дождаться. Так. Вот такая вот вкуснятина. Ну, я, скорее всего, под вечер без ребрышек обойдусь. Сейчас. Только подливку, да? Только подливку, да. Ребрышки не хочу. Вот. А по поводу барашка, там мы не сказали, что за порода. Вспомнил? Романовская. Романовская. Там, кстати, написала подписчица, что они берут романовскую породу, и Рушан сразу, а вот это наша порода романовская. Да. У нас тоже эта порода, но у нас почему-то это с именно с мальчиком, да, по-моему? Да, с козлом. Одного уха нет. Но я как-то это не обратил внимания. Ну там, не знаю, может быть, с детства, может, собака откусила. Да нет, еще бы собака откусила. Ну, оно такое, как будто пожеванное немножко. Или короче. Ну... нет, оно прям одно такое длинное торчит, а другое прям такое маленькое коротенькое. Прям как будто вообще его нет там. Как ты смотрел, я не знаю. Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. Я тебе предлагал, поехали обратно. Ну, зачем это уже травмировать? Это они уже привыкли здесь, и там теперь будем... да ладно, это, мне кажется, никак не повлияет. Да нет, пусть. Зато будет такой особенный. Ну да. Надо их как-то назвать. Хоть кто-то там писал, не надо называть никак их. Ну, как-то их тоже можно назвать. Вот, звать там Гошка там. Или че... как ты сказал? Не пельмешка. А, котлетка. Кристина предложила девочку котлеткой назвать. Вот. И это как-то так, чтобы звать, чтобы они отзывались. Ну да. Все животных называют. Ну,
кроме кур. Ну да, у соседей тоже, я тоже слышала, как они там зовут животных. И это нормально. Я тоже считаю, это нормально. Угу. Коров надо, называют же тоже именами. Надо придумать. Котлетка уже есть, будем котлетка называть. Это что, прикольно, котлетка. Ага. Ей подходит. А барана как? Не знаю, вот барана не знаю как. Ладно, подумаем на досуге. Да, пошла. Ты что делаешь, а? Чё, тапки, скажи, грызу. Все, мы будем кушать. Всем приятного аппетита.